Анна Крошка, номер 20, Алина Ефременко и номер 77. Перехват от Ефременко. Ефременко на Крошка передачу отдает. И здесь Крошка спокойно 2 очка забивает. И отличное движение от Гущиной. Выходит у нас Никитина. Здорово обыгрывает сейчас Елена. 2 очка набирает. Начинать эту атаку Фивер. Пока на равных играют девчата. Честно говоря, никакого преимущества у Индиана не вижу. Вот сейчас Гущина под кольцо. Очень здорово проходит. Ефременко передачу. Вот здесь 7 номер. Хороший разворот. Очень здорово действует. Алина не докручивает немножко мяч. Никитина на дриблинге. Здорово ушла здесь Елена. И еще 2 очка в своей команде приносит. Забивает первый штрафной Лисенкова. Кто забил? Дорофинская, 7-7. Разобрала. И Лисенкова 3. Точно, Клыкова здесь выручает. Проспали сейчас, не поставили спину. Екатерилась, на мой взгляд. Гущина, Евростеп. Забивает Дарья. Передача на белую. Хорошая двойка здесь получается. Но белый не летит сегодня совсем. Пока что, во всяком случае. Вот вторая попытка. И Юлиана забивает все. Белая. И реабилитирует сейчас Юлиана. Еще один мяч заваливает. Вновь Елена на получении. Ефременко передача. Алина 3. Попадает. Идет в проход. Ефременко в защите здорово здесь отработал. Но вновь Клыкову там под кольцом проспали. Очки второго шанса. Еремина с мячом. Передача на белую. Клыкова. Треха после заслона. Попадает Екатерина. Пыталась сейчас забросить. Не получилось. В углу белая, бросает с дистанции, попадает 3. Что Индиана Фивер. Гущина спиной кольцу Дарья. Очень резкий разворот и 2 очка в кольце. Атаку опасная Еременко. А дальше на Гущину Дарья. Хорошее зашагивание и еще 2 очка от Дарьи. Забивает Крошка первой. Второй также в цель отправляет. 15. Белая с мячом. Передача хорошая в центр на середину. И середина. Хороший мяч выбивает. Двухочковый, не точно. Никитина разгоняется, забивает Елена. Белая перевод дальше. Здесь треха от Лисенковой, от счета не точно, но Клыкова. Забирает подбор и еще 2 очка добавляет. Как же... Второй забивает. Через центр Гущина решила пройти, не дали здесь Дарье. Осуществить задуманное. Белая забирает подбор в нападении и еще 2 добавляет. За спины мяч. Крошка здорово в защите действует. Сама рвется к кольцу. До конца идет. Не попадает с первой попытки. Со второй забивает. Стерегли Дарью. А вот сейчас не устерегли. И забивает легкие 2 очка. Гущина проспает. Белая, хорошая передача здесь на Еременко. И Еременко забивает 2. Никитина получает заслон от Ефременко. Сама будет обыгрывать. Елена средний попадает.
чувствовать сирену и какое-то количество очков игрокам Sting. Драфинская в быстрой атаке, здорово, хорошую передачу от Никитина здесь получила и забил два за подбор. Поворолась. Ох, хорошая еще одна атака от Sting. После заслона тяжелейшая треха от Елены. Клыкова, вот так вот. Екатерина редко номер. Вот белая тут наглухо просто зачехляет седьмого номера Sting. Лисенкова забивает, быстрые атаки. Анастасия, вот тебе и возвращение. Вот здесь отлично Никитина на перехвате действует. Два в одного. Никитина сама передачу отдает. Здорово все, как Никитина в этой атаке делает. Здесь ударилка пока не прорезается. Бросок, последние три тура я смотрю и... С процентом все очень нехорошо. У 21 номера Тина. Белая тем временем с первой штрафной с линии попадает. И Казарина сбивает из-под кольца. Гущина со средней дистанции, Дарья попадает. Ну а что поделать? Предпочтение. Белая треху. Ох ты ж. Через руку попадает. Давненько не сбивали Sting. Никитина 3. Отвечает Елена своим попаданием. Неудачная атака вновь от Шарлот. Потеря. 3 в 1. Белая здесь останавливается со средней. Очень легко. Юля. Еще одна треха от белой. И вновь точно. Угол здесь Алина Ефременко. Скидка. Накрошка. Ефременко со степбэка 3. Попадает. Еремина попадает, Еремина средний. Графинская из-за дуги, мажет. Подбор здесь Шарлот достается. Крошка треху и попадает. Крошка наконец-то. Никитина. Передача на Ефременко, Алина треху попадает. Ефременко. Передача на крошка. А на вторую треху в сегодняшнем матче попадает. Она сама понимает, что ошиблась. Ничего страшного, бывает. Бросок от Казаринова из трехи. 9. Крошка со средней. Точный бросок. Пока непонятно. Белая передача на Лисенкову. Хороший розыгрыш от Индианы. Клыкова. Надежность. Символ надежности в Индиане. Это икс-крошка. Еще и Евростеп от Гущиной. Вот паритет в 10 очков восстановлен. Клыкова со средней. На сей раз мажет. Но Гущина на подборе. И вот уже вновь плюс 12. Никитину Елена. Очень резкий первый шаг. И 2 плюс 1 здесь от Елены. Хорошо мяч перехватила. Крошка, трехходовочка, Трофинская. Но крошка здесь выручает. И забивает там из-под кольца 2 очка. Тина, как прекрасно сейчас отборолась на чужом щите. Елена. Заслужила она сейчас забитый мяч. И попадает со средней. Здорово. Вновь минус. Гущина с мячом, передача на белую, Юлиана, хорошая скидка на Еремину, и Еремина попадает. Упустили. Клыкова. Хороший пас на Гущину, и здесь Дарья забивает.